Господин барон, что вы можете сообщить суду по существу дела? Смотря что вы считаете существом. Как что? Объясните, почему разводитесь? Как же так? 20 лет все хорошо было, и вдруг такая трагедия? Извините, господин судья, 20 лет длилась трагедия, и только теперь должно быть все хорошо. Объясните подробнее. Объясняю подробнее. Уважаемые судьи, дамы и господа, есть пары, созданные для любви, мы же были созданы для развода. Наше супружество, как ни странно, началось задолго до нашего рождения. Род Мюнхгаузен всегда мечтал продлиться с родом фон Дуттен, поэтому, когда родилась у них девочка, я, в свою очередь, родился не только мальчиком, но и мужем. И Кабина с детства не любила меня, и, нужно дать ей должное, сумела вызвать во мне ответные чувства. В церкви на вопрос священника, хотим ли мы стать мужем и женой, мы дружно ответили «нет», и нас тут же обвенчали. После венчания мы уехали с супругой в свадебное путешествие, я в Турцию, она в Швейцарию, и 3 года жили там в любви и согласии.